Сегодня в Прохоровке присягу приняли молодые сотрудники прокуратуры региона. В знаменитом музее-заповеднике церемонию провели в преддверии 80-й годовщины легендарного танкового сражения. Посвящаю себя служению закона. Торжественно клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации. Впервые присягу прокурора работники дают на священной Прохоровской земле, ставшей местом беспримерной стойкости и героизма русских солдат. Помощники прокуроров прошли первичную аттестацию и теперь продолжат нести ответственную службу. К этой цели я шел с детства. То есть мне родители прививали чувство справедливости и надеюсь, что я смогу его реализовать. Защита интересов граждан – это почетная миссия. Участники церемонии также возложили цветы к мемориалу воинской доблести прокуроров. После Великой Отечественной многие из героев продолжили служить закону и людям.